Лучшие студенты-самбисты в прошедшие выходные съехались в Киров. В городе прошел региональный командный турнир по самбо среди вузов Приволжского федерального округа. Правда, вышло так, что за наш регион в основном боролись гости из других государств. Студенту опорного вуза Евгению Зорькину, он в Красном, уже несколько лет удается совмещать два важных дела – учебу в вузе и регулярные тренировки по самбо. Во всяком случае, у тренеров он точно на хорошем счету. Его поединок с соперником из сельхозакадемии стал одним из лучших на межрегиональном турнире по самбо. В итоге победу в поединке судьи присудили Евгению. Впрочем, сам студент свое выступление оценил как среднее. Уверен, может лучше. Болею сейчас в такие времена. Просто не очень удачное время. Болею и еще травма. На турнир по самбо съехались студенты из нескольких вузов Приволжского федерального округа. Впрочем, турнир мог стать более представительным, но в календаре спортивных соревнований долгое время этот турнир не значился. Поэтому спортсмены из других регионов уже запланировали для себя поездки на другие соревнования. Однако менее яркими поединки от этого не стали. Кировскую область на турнире представляли два вуза – Вятский опорный университет и сельхозакадемия. Была сформирована и отдельная команда среди иностранных студентов. В основном борются любители, так скажем, любители борьбы. Особенно, как сейчас команда иностранных студентов технического университета. Вот это именно национальный вид борьбы. Все из Таджикистана, туркмены борются. В итоге первое место на турнире судьи присудили сборной команде Вятского опорного университета. И велика вероятность, что на следующий год студенты вновь смогут помериться силами. Организаторы планируют сделать этот турнир регулярным. Дмитрий Житарчук, Антон Мамаев, Бюро новостей, Давича.